льда поставит. Это чё? А, вижу. Ништяк. Пьем фаски, я выпил. Последний чек и запускаем. Все, все готовы? Можно, знаешь, как я могу дать каплю под третий стак на Войду, и он не умрет. Типа три поймает. Или не стоит. А, да, у тебя же еще капля и сакра есть. Ну там по ситуации, смотри, я ж как, блин. Тоже не скажу в определенный момент сказать тебе, дай сакру или дай каплю там. Я дам сакру и каплю на Войду, и он третий поймает. Вот. Нормально будет. Продефиш его по фулу, да и все. Ребят, пожалуйста, хватит вам ругаться, потом после рейда продолжите. Ренжу набираем, ренжу набираем. На второй стак дашь, на третий не заберемся одна. Хорошо. Гимн на ману, я скажу, когда дать. Я не могу атаковать. Ехали. Забирай с него босса. И бог давай ему. Рано, рано. А вы на первом хотите? Я читаю. Сейчас ревность не прокнет и заберешь. Он даже не прокнул. Плохо, забирай. Я ж фьет его. Местно боль, сука, висит в кильте. Гимн на ману дайте, гимн на ману. Гимн на ману. Снобольдов добейте быстрее. Во. Давайте все в левую играем. Войд правую, троп левую. Ренжу наберите, ренжу ШП, отойдите, ШП от меня отойдите. Что-то как-то изи. А, утроп забирай. Беги, я сейчас встану. Мультидот эти шапешники. Пока нету токсина. Во, токсин. Забери, забери с меня. Рэндж. Все раньше, сейчас в центре еще метка появится. А у Е огонь разбегились. А что, босса вы не бьете, что ли? Он, мы, по-моему, поменялись просто. Это самое, переключитесь в другую. Другую, переключитесь в жуткую. Одновременно. Фокус, беги. Подбеги к утробу, слышишь, бить дерево, блядь. Осторожно, осторожно. Подбеги ко мне кто-нибудь, фокус Юхира или Фламбу. Пока он все красит. Сейчас они обратно меняются. Осторожно, вы чё, толпой не бегайте. Куда бейте с большим хп, которое жуткое. Берсан. Вот если сейчас плюнет, это возможно приведет к вайпу. Она сейчас только на положи. Лена, намажь яды на снятие берсы. Не-не, все правильно, это ту убили. Все правильно было, мы просто боссами поменялись с Войдом. Давай лови.
А, дайте гимн на ману. Кто не давал гимн, давайте гимн на ману. Могу дать кому-нибудь возложение. Да не знаю, все нормально. Читает гимн. Сейчас прыгнет, я дам сакру. Ага. Смотрим. О, на меня. Фламба там. Ну, фламба, прыгай в кота. О, молодцы. Я... Блять, все-таки тащит эта хуйня. А, ты завязал? Да. Кто и хотел раздать всем, ну как, кому там, кто не уверен. Асхила до хуища. Я, короче, новостей в Лема спекаюсь. Выбрали. Красный на власти лучше. У нас тогда было перехил, короче, 300 тысяч не добили. Там один ДД умер, все, он до 900 хп, ну как, увеличилось. И все, упали мы все. Ты же был тогда локом, нет? Или не было тебя? Нет, наверное. Нет, ну, с тобой я вроде не ходил на ДФБ. А, это самое. Так, кому что там не... О, Holy Power, бери пояс. Как раз у тебя хреновый там. 226. И что тут на РДД ткань? Кому что не хватает еще? Это самое. Джару в 2 хила прохилите, я в ЛМ спекаюсь. Ну все, я в ЛМ спекаюсь. Погодите, ману. Прямо совета нету. Ману отрезаю. Я вот что-то сомневаюсь насчет двух хилов. Мага нету. Ты два стака диспелишь. Нет, тут не в диспеле, тут надо будет очень быстро слить вулкан. Там просто когда тот единственный критический момент, когда выходят эти инферналы. Начинаю этого ешить по всем, их надо очень быстро залить. Смотрите, там гимны есть. Один, второй с командой. Это самое. А дайте что-нибудь похавать. Рыбу поставить. А что-то просто хавки, походу, не купил никакой. Мне тоже кажется, безопаснее в 3 будет хила. Потому что неизвестно, как они дадут, кем не дадут, скажешь ты или нет. Просто дамаг. Там да нет, что, смотри. Не-не, здесь не надо 3 хила. Тут все убьем так. Только вулкан появится, фокус, даешь сам себе щиток и даешь гимн на хп. После того, как фокус прочитает, Аня, ты смотришь на фокус, а он закончил, ты читаешь. А мы в это время уже инферналов и вулкан зальем. Там не сразу надо, там появляется вулкан, потом он, из него летят эти элемы, они еще бегут где-то 2 секунды и потом начинают вставать. Ну вот, когда удары уже будут, то вот и все. Ну надеюсь, они это понимают. Ну когда ОЕ такого пойдет уже, вот тогда вот гимн на ХП и сакра нужно. Давайте Геру подождем 2 минуты. Всех боссов с Герой будем. Еще, смотри, Эрдру заход и обязательно всех перед этим вулканом. Да, отлетай.
Сразу себе дополнительный сокет сделай и это, сокеты вставь. Уже ТП вдал делай. По дороге, блин, еще одеваемся. Давайте я тоже что, да, у Гримара спек перебью, Венха сделаю, блин. Тоже все собрано. Крися, один хуй ждем Гера. Там 40 секунд. Уже Гера через 40 секунд заканчивает. Не, Вуди, это уже перебор. Ханта вот только нет, вот хреново, то что аспект он убил бы на ласте. Так придется мне тотем в любом случае ставить. Потому что два хила они хилить будут. Лоб дальше, а шкаф стоит. А все, и ты тут тоже. Все, Гера, прошел человек на пул. Фокус. Все готовы? Вы тоже на меня не смотрите по дисплею. Присты тоже дисплейните хоть по разочку. На первом вулкане, да, Дени? Ну смотри, вулкан, да. Если там не сразу он пускает этих големов, то секунды через 3. Ага, щиток себе и читаешь гимн на хп. Там как раз мы под первый гимн сливаем этих вулкан сливаем, а под второй гимн, когда они будут читать, то мы уже инферналов будем заливать, зальем. Готовьтесь к забвению! Ставил кто-то аддон, который делает использование способностей при нажатии кнопок и не при отпускании. А, ну я тоже, кстати, смотрел этот аддон. Думал, скачать, не скачать, не знаю. Там так и написано, рейндж наберите, хил и РДД. Один хил в другой, в одной части, другой хил в другой части. Ауру от огня, прото и сосредоточение. Портал в свое темное царство. Неподходящий. Перед вами Джарацус, эретарский повелитель желающего легиона. Внимание. Портал. Утроба захил, бьем босса. Фокус, беги. А у фокуса захил. Я побежал, хильте меня. Дотки не вешайте. Щиток дайте еще. Сейчас будет вулкан. Внимание, приготовились. За хил пальпацию. Вулкан на грансе. Давай гим. Кота захил. Идем. Инфернала сливаем. Забери, забери. И все четко. Еще инфернал живой.
Добиваем босса. А, нет, врата будут. Да нет, добиваем. А, поддержишь, да? Опять я, отойдите с меня. Уходите. Захиливайте. Все, захилили. На танка. Собирай что. Отойдите в сторону все. Давайте тоже два хила, я влево остаюсь. Так, все запустил. Бля, сейчас вот все сетап, смотря какой выйдет. Рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Веру будем ждать, да? Конечно. На этих зачем? Я требую справедливости. Лучше подстраховаться. Ах ты чё, они контролятся, вон, блин. Нас 10 человек, а их 6. Ну, когда тебя не было, я был первый по ХПСу, первый по диспелу. А, был в рейде там ШП, еще кто-то там, не знаю. А, прерывание коста еще тоже, я не помню, сколько раз прерывал, так что. Лучше Геру. Шаманом так и надо. Так в чем прикол, я был в Ашаме? Так я всегда юзаю сплитие коста. Пол. Миликов нету. Да, вообще. Милики вообще есть? Нету. Ну, у меня только танк спек. Войд может. ДД, наверное. Танка шмотик. Так, оставайтесь здесь еще. Че у нас там по хилам? Хилар Шамы. Хулипал. Кто там? А, да, Хулипал. Жека, можешь повихревать луну Хулипала? Я в жабу кину мага. Наши пешки. Так они в два хила, видишь, будут хилить, так что лучше я мага кину в жабу. ШПшники по очереди забегаете, эфир им даете. Эршаму, ШПшки. Присты, сами себе антифир киньте, а то тут ШП может вас тоже зафирить. Сыграем по первому по печеньке, потом будем играть в сову. Давайте без Геру убьем, чё. В кого играем первое, я послушаю. А, первый печенька, это Лок. Потом Сова. Кого ты? Хулипала, блядь, вихруешь. Окей, блядь, что ты кричишь, сука? Ну так надо слушать же Жека, блин. Баран. Ну все, все готовы, поехали. Печеньку первую, прикинь его. Давай, Аня, я это понял сейчас. Сову? На спальке. Сову игра. Потом в мага. Аня, ты если что, диспель их, а я рейд по диспелю. Квадратик.
Припал за контроль. Сейчас я в жабу кину. Следующая звездочку играем. ШПшника. Что там? Трусы? Шаманы? В прошлый раз мы в два раза больше нахилили. Даже больше, чем в два. Мы в три хила шли. Так понимаешь, мы тут на двоих нахилили меньше 300к. Ага. А в том рейде еще был Рога, еще какой-то милик. Ну, ботинки, наверное, ДД ништяк. И комбату. Коту. Нас ждет битва с королем. Так, я в хила спекаюсь. Ну, я надеюсь на вашу реакцию, блять, очень надеюсь. На компу. Можно бить, знаете как? Половина людей одну, половину вторую. Это официально. Так, сейчас так и будем делать. А ты, Вуди, не в курсе, чего? Ваншоты, вот эта хуйня. Ну, если не повезет, там два раза удар прилетит, тогда и ваншоты. Там еще когда она под бафом, у нее там баф, по-моему, на 20% урон увеличивает. Или у меня, или у тебя дебаф, или у нее баф, я точно не знаю. Ну, так и так бывает. Там фишка в том, что если Валька ловит сферки своего цвета, то она усиливается. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны... А, сейчас, смотри, я... Сейчас Клота напулишь на меня, ладно? Кого? Левую. Победите, не берите пока. Давайте по танкам разберемся, кто какую танчит. Ага, Войт черную взял, Троп белый, все нормально. По ДД, ну, все хилы черную берем, пойдемте хилы черную. На ту сторону. По ДДшникам. А, не могу свою, кстати, подвести туда. Ко всем. Погоди. Ну, типа, если полпати будет в одном месте, пол в другом, то их будет неудобно захиливать. Я просто свою валю подведу туда же, и все. Ну, вы свести хочешь, да? Да, да, да. А, ну, давай так и сделай. Смотрите, пальпация. Аня и Лена, берите белую сверху, бьете черную валю. А, Трисия, Фокус и Лок, берите черную сферу. Смотри, а люди не запутаются, когда надо будет цвет кому менять? Возможно и такое. Да. Ну, я могу сказать точно, если надо будет поменять сразу, быстро. Дело в том, что... Есть две группы людей, одни с черными, одни с белыми. И ты будешь говорить и тем сразу, одновременно, или как? Нет, я просто скажу, какую взять и какую бить. Ну, я скажу, типа, возьмите черную. Те, кто с черной, они и стоят дальше. Все ж понятно. Ну, давай. Главное, чтобы вот Аня и Лена не забыли поменять, если будет черная воронка кастовать. Давайте бить все одну, как раньше. А если щит... Потому что если повесится щит, вы не успеете поменять, добежать и снести его. Там надо много снести, у вас урона не хватит. Не, если все будут с черной сейчас, а ты один с белой, то взять белую и бить твою Вальку, они, ну, которая, если мы вместе будем ее здесь держать возле белого портала, они успеют все убить. Ну ладно, давай, короче, по старой тактике. Берите черную тогда.
Не, ты напольни меня сначала, потом возьмешь, Лен. Возьми белую сейчас. Это ничего особо сейчас. Пальпация, бери черную. Ладно, смотрите, Геру я дам только под щит. Чек на пул. И это самое. Чего? Лена, бери. Сейчас она напулит на меня и возьмет черный. Он как всегда прослушает. Гимны на хп, на ману приготовьте. Расскажешь, когда опять. Аня, короче, я первый тогда. Просчитуйте танков. По танкам щитки киньте. Все готовы? Поехали. Два шарика, это да. Ты че, к нам не хочешь приводить? Вести? 5 секунд. 5, 4, 3, 2. Смотрим. О, видите, черную. Сбивайте-ка. Сейчас смотрим. Сбивайте, во. Все, бьем дальше. Дайте, чтобы если надо будет цвет поменять. Смотрим, 5 секунд. Договор. Я про то же. Сейчас на нубе главное не обосраться. Так я и хочу в ЛМ спекаться. Я и буду спекаться. Еще и быстрое убийство, что ли, сделал? Да ладно. Да, блядь, пиздец. Ну там весь скилл от друг все зависит, если он людей должен уронить. Ну и хилить, соответственно. Двух танков хулипалу легко будет хилить, как две цели всего лишь. А друг 8 человек должен держать. Если он справится, то мы сделаем чих. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды? Ну я бы не советовал два хила идти. Любой вызов. Да, лучше помедленнее. Но уже наверняка. Мы в три не убьем. Так, у нас перехил, смотри, вот, что вот на прошлых, когда мы еще сколько, два раза собирали, у нас как бы так, такое себе, знаешь, вот в этом, когда вот в этом рейде, тут капец хила, плюс 2 шп просто с нами в рейде. Я в ЛМ, а так и так ухожу. Так, мне яды мазюкать, да? Конечно. Сразу или потом, когда он зароется? Лучше на марш сразу.
Не-не, лучше, конечно, на третьей фазе, если ты сможешь. Они же мгновенно там. Так, а лучше на два сразу или на первое, на второе, на какое? На которое потяжелее или которое побыстрее? Это я не знаю, кстати. Лена, ты сколько за рубль играешь? Никогда не... Ну как, никогда. Очень-очень редко. Хожу эти яды. Пышу. Так, ну, на левую смертельную, я думаю, надо все равно мазать. Да, на левую смертельную, а на правую этот нейтрализует. Ну сейчас не мажешь, намажешь на третьей фазе, когда он... Ну да, я тоже думаю на третьей. Че, можно курить, эти первые одних выжрём, да? Ждём. Ну, давай покурим минуты. Ну, 6 минут, там да. 4. По контролю будете решать что-то? Да, шипучка, кстати, есть. Ой, кто ушел курить? Ну-ка, чек на ФК. Давай ждем этого. Он два приста тут, по контролю порешил. Ну, два приста. Смотрите, фокус. Как только начинается третья фаза, мы будем жука переводить. В таком случае, чтобы не было трэша. Только тогда мы будем переводить. То есть первая пачка трэша будет идти, ну, я не знаю, с какой стороны будет идти точно. Если слева, ну, справа точнее, то фокус контролишь. Смотри. Ну, там... Как там изгнание или как называется-то, я забыл. Шакал. Кого не нежите. Да-да, вот. Если с левой стороны от нас, вот, то Лена вот с той стороны будет. Да что я буду? Ой, не Лена, Аня контролить. С левой стороны. Ты меня напугал. Хотя бы одного. Хорошо, я закрываю. Смотри, там... Я тоже могу кинуть свой этот. Там Трисия может кинуть, кстати. Да, у Трисии есть покаяние. Да. Тоже нет, может. Не покаяние, там изгнание нежити. Не выходит два, короче. На одного я буду контролить, на второго. Блядь! Есть такая хуйня, короче. Чё-то вы сильно паникуете. Два моба буду достаточно законтролить. Бывает, что мобы выходят с одной стороны. И один идет первый, а другой за ним идет. Так вот. Фокус пускай первого моба контролит, а пальпация второго, который за ним идет. Если они будут с одной стороны. А так слева справа. Смотри, они будут с одной стороны, или слева выйдут, или справа выйдут. Потому что шипешники должны как бы сами ориентироваться первого и второго. Ну так вот, тогда пускай. Так, ну, да. Ну вот фокус, если. Вот давайте смотрите. Кто тут? Яркая здесь? А, яркая, подойди сюда. Так, звездочки. Вот, например, вот они отсюда вырезают. Стой, все, стой здесь. Вот смотрите, звездочка это первый выходит жук, а печенька это второй. Вот звездочку фокус контролить сразу же, а Лена печеньку. То есть вот в таком порядке. Не Лена, Аня точнее. Хоть они с левой стороны выйдут, хоть с правой, вы вот в таком порядке. Первого фокус, второго Аня. Вот и все. На друида. Если на друида есть. Да, это да. И это самое. Вторая пачка вылезет трэш, это тоже 100%. Там уже Трисия может дать это сап. Он тоже работает на него. На жуков на этих, на минуту, на целую. Или изгнание зла. Или даже яркое может изгнание зла дать. Или утроп может изгнание зла тоже дать. Я дам на вторую пачку. Первую пускай присты тогда. Могу на первую дать. Не, пускай первую пачку присты. Ты после поможешь. Сейчас давайте подкрою тоже 2 минуты и начнем. Как раз Гера пройдет. Не забудьте разбить ППшки эту сферку наверху летающую. Я разбил. Только Лена, не забудь, то это очень важно, мы его не передамажим. Как зароется, я сразу намазюкаю.
сначала побью, потом как заруется, я лучше сразу намазюкаю, чтобы вообще, потом это... Вообще, честно говоря, то, что ты и сейчас их намазюкаешь, ну, не сыграет роли никакой. ДПС чуть-чуть сыграет для меня. Ну, для, ну, но, как в общем, сказать? В общем, не сыграет. Для тебя как, какую? 100, на 100 циферки больше? Ладно, могу сейчас намазюкать. Это что, если так будет. Хорошо. Это реально как бы не сыграет для общей картины вообще. А, это... Чё хочу сказать. Вот у ЖК будет там... Ну, процентов 34, где-то вот так вот. 35 даже. Уже стопайте ДПС. Вы не слушайте, когда там скажут вам стопать ДПС. Остановитесь, просто не бейте. Пусть он даже если зароется, но мы потом переведем без трэша. Ебать, чё у тебя там такое? Стригут кого-то, что ли? Не, это вентилятор, короче, заработал. Науте, что ли? Да. У Кулерса также было на заднем фоне всегда какая-то дичь. Тоже я так толпаю и намазать не проблемно. Топор менять, ну, можно топор еще такой же. Если мы сейчас закроем, то потом же можно потом уже и шмот удалять, он же уже будет не нужен. Почему это удалять? Не надо удалять, а другие люди захотят сделать, поможешь. Надо же помогать другим, да. А, ну, что-то я как-то... Не люблю все... помогать, да? Не люблю помогать, что-то подумала, что сильно никто не хочет ДФБ это. Не хотят, но они еще об этом не знают. Чекнув экран, я это самое, на третьей фазе поставлю тотем от сил природы. Вам будет легче. Пиздец, у меня там взлетная полоса. Ты себе поставь это тогда. Я вижу. Подождите, уже секунду. Одну секунду, не гуляйте, пожалуйста. Если что, я это на панель достал эту как там цеповуху. Трися, поставь фростауру. Жека, не только тебе очково. Фокус. Все тут. Да, вот сейчас две пачки вылезут, трэш их обоих залить надо будет. Все, все готовы, вот начинай. Подойдите звездочку. Сильно так не хильте, маны уже мало. Переход к гимну мало. Как сегодня дальше? Трэш играем. Чё там про гимн же? Трэш играем. На переход к гимну мало. А, не, я прочитаю. Всё, смотрим. Чё, ставишь что-то? А я-то... Нет, читай так просто. Ну, хитрый протокол там. Да не-не, там просто под стаками прокололи.
фигово очень. Ебать, а как у тебя ревность пропала? Были стаки от жуков, потому откатится. Что... 10 стаков было, и... Ну, сейчас он зарылся, когда вот этими шипами меня ударил. Сразу ревность. Сейчас с мелких-мелких добиваем. Сначала мелкие добиваем, чтобы не стаки, не стаки, не навешивали. Жука бьем? Жука бьем, да. Бьем по 15% бьем, опускаем до 35. Трэш, трэш. Давайте переключимся в трэш. Уже в трэш играем. Давайте бейте пока что. Все, ретрик стопаем. ШПшки стопайте. Да, все, стоп, по боссу, стоп по боссу. 4% осталось. Стоп по боссу. Ждем пачку трэша. Ждем пачку трэша. Только один будет бьет и все. 3% осталось. Все, смотрим. Жуков. Жуковы переводите просто сразу потом. Второго дня. Переводите. Понял. Я зарылся. 1% у него. На лужу. А не умри, не умри. 1%. Когда вылезет, вообще не бьем. Никто даже в сторону босса не смотрит. Почему? Если мы переведем, нормально будет, нет? Нет, там... Думай сразу? Давай сразу так. Через 10 секунд вылезут мобы и ШП. Там мужики, да, вылезут секунд через 10-15, как-то так. Да, и ШП будут контроль давать. Ну все, наверное, сейчас началось. Главное, чтобы ШПшки вот не просрали, как бы, так сказать. Там доты никто не повешал. В принципе, бомбосы. А тут жеста нету, нахуй некому доты вешать. А, да? Ты смотрим. Но сначала скрабев добиваем. Че, бьем жука, да? Ну че, да. Скрабев. Вышли жуки, контрольте. Контрольте. Он на контроле. Норм. Давайте сильнее, босс. Сейчас нам с тобой трещи, надо будет и контролить, по-моему. На первом обновите акулу. А, нет, это твой. Тот, кого я держу трещи за контроль. Сильнее, перебивайте его. Да, он не закрылся. Пися, обнови контроль. Пашки, обновите контроль. Обнови. Бейте этого пидора, 100 тысяч не бейте. Наконец-то. Да ладно. Ладно, сука, ебать. Изи. Войт, да, войт, 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 тихо.
8 человек с гильды, ЕП, по 3000 прошу. Сейчас зайду на кого-то. Давай. Там это, кому чё, шмот какой-то берите. Может, еще раз. На хули пала штаны, вон, древковые, там, топорик одноручный. Давай, Лена, заходи. Чё зайду? Ну, Алчату спасибо. Я тоже сейчас зайду. Топорик двухручный, вот. Плащ. О, пиздатый плащ, вам скажу. Чё, на следующее воскресенье посланник? Да, следующее воскресенье посланник. Титанов, готовьте, чаров. Соберем, посмотрим, что как, что будет. Блин, мне еще дофига. Ну, ярко, можешь посланника. Ага. Так, утроба кикаю, да? А, ты уже ливнул, да? Чё, я зайду, зайду. А, Рога, ты кто? Это я. Чё за друид ещё? Кто такой? Триен. Удачи тогда. Чё, я пришёл в гильдию. Вот, так, всё исключил. Так, ты иди сюда. Так, яркая, ладно. Тоже в шестую группу. Ну все, 8 человек, все здесь. Можно считать. Ебать, ты гутишь, пиздец. На ноуте у него там? Да. Ты не минус сделал себе, а плюс. Чуть-чуть.